Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Теперь, когда рассада у меня уже заметно подросла, я поливаю ее прям всю группой вместе. В раствор, в воду добавляю какой-нибудь питательный раствор или стимулятор, который помогает в зимнее время рассаде оставаться крепкой и здоровой. Каждый лоток поливать очень долго. Если первое время я показывала вам, что поливаю с поилочек, с каких-то там междурядья, то вот в таком возрасте все, я уже поливаю их как взрослые растения. Так за 5 минут можно полить несколько сотен растений, что я и делаю, чтобы облегчить свой труд. До свидания!